Привет, меня зовут Эд, и сегодня я продолжаю записывать для вас самые прикольные житейские хитрости, советы и фишки для вашего дома. Многие хозяйки наблюдали такое неприятное явление. Вы покупаете томатную пасту в пол-литровой или даже там 0,7 миллилитров в банке. Открываете, она, конечно же, концентрированная, вы пользуетесь только небольшой частью, потом закрываете и ставите в холодильник до следующего борща, который у вас будет, ну, непонятно когда, через 3 недели. И когда вы уже опять берете пасту, на ней образуется плесень. Чтобы такого не происходило, возьмите капроновую крышку, которой потом должна быть накрыта банка. Если банка узенькая, купите узенькую капроновую крышку. И смажьте эту крышку горчицей. Можно сухой горчицей, но лучше горчицу смочить, чтобы побольше горчицы осталось на внутренней части крышки. В принципе, подойдет и горчица, которая обычная, не пряная, продается самая простая. В стеклянных баночках продается в супермаркетах. Такая горчица тоже подойдет. Просто возьмите ложкой и осторожно разотрите по внутренней части своей крышки. И закрывайте эту баночку с томатной пастой. Такая томатная паста будет храниться в 2-3 раза дольше, чем просто вы будете хранить под капроновой крышкой. А если вы храните просто под той же железной крышкой, в которой вы купили ее, это еще меньше срока она будет храниться. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. Всем удачи и до новых встреч на моем канале.